Привет! Сегодня для вас я записываю комплекс упражнений для ягодиц и бедер. Были запросы от девочек, чтобы я сделала некоторые видео о фитнесе, поэтому сегодня я выполняю один из запросов и записываю это видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для разогрева можно сделать прыжки со скакалкой или же просто подъем коленей груди. Я буду делать это без скакалки, просто подъем коленей груди. Первое упражнение, которое мы будем делать, оно называется боковой выпад с прыжком. Следующее упражнение, которое мы будем делать, это будут глубокие приседания. Выглядит это таким образом. Сейчас мы с вами будем делать приседания с отведением ноги в сторону под углом 35 градусов. Это все упражнения на сегодня. Желательно каждое упражнение сделать 3 подхода по 15 раз. В будущем ждите от меня новые видео с новыми упражнениями и новыми советами по фитнесу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.